одними из самых интересных животных, являющихся представителями семейства куни, можно смело назвать диких хорьков. Небольшие по размеру, но активные и любознательные хорьки являются чем-то средним между кошкой и собакой. Взрослый степной хорь может достигать 60 сантиметров в длину, а весом до 2 килограммов. Окрас шерсти темный на концах и более светлый ближе к телу. К слову сказать, внешний вид может изменяться в зависимости от среды обитания. Маленькие торчащие в разные стороны ушки и глазки-пуговки – отличительная черта хорьков. Формой носа эти звери похожи на кошку, но имеют более вытянутую мордочку. В качестве среды обитания выбирают открытые местности, передвигаются прыжками. Еда хищников не отличается разнообразием. Меню животного сводится к одной мясной пище. Степные хорьки являются ночными животными, поэтому охота начинается с наступлением темноты. Обычно он подкарауливает жертву ее убежища и нападает, едва ее увидев. После активной ночной охоты они проводят дневное время в норках. Степной хорь достигает половой зрелости к концу первого года жизни. Период размножения зверька начинается с ранней весны и длится в течение всего лета. Период вынашивания занимает примерно 40 дней. На свет появляется до 10 детенышей. Рождаются они слепыми, без шерсти и совершенно беспомощными. Глаза детенышей открываются примерно через месяц, после чего мать начинает переводить их на мясную пищу. В природе хорь живет 4-5 лет. Высокая смертность детенышей – одна из причин, почему степной хорек занесен в красную книгу. Люди долгое время наблюдали за хорьками и поняли, что их можно одомашнить. Хорьки очень игривые и интересные питомцы, с которыми никогда не будет скучно. В нашем живом уголке уже на протяжении 3 лет проживает хорек Гришка, который радует нас своим хорошим настроением и смешными повадками. Одомашнивание хорьков – весьма интересный процесс. Если хорек виляет хвостом, значит он рад и доволен. Если его шерстка стала дыбом, он шипит и выгибает спину, значит он злится и готов к атаке. Если хорек испугался, он может издавать резкий и громкий крик. Облизывать лицо или руки хозяина хорек показывает свою привязанность и доверие. Если во время игр питомец кряхтит и издает другие интересные звуки, значит он доволен. Если хорьку весело, он может подпрыгивать и выгибать спину. Традиционно интересные факты. Хорьки могут уделять сну до 20 часов в сутки. Сердце хорька бьется частотой 200-240 ударов в минуту. В случае необходимости хорек может вырыть 5-метровую нору всего за 1 час. А гибкий позвоночник позволяет зверьку пролазить в самые узкие отверстия. Возможно, вы удивитесь, но хорьки могут прекрасно бегать задом наперед. И еще, у этих животных отсутствует врожденный страх перед человеком. Хорьки довольно интересные и красивые создания, которые являются настоящим украшением дикой природы. Поэтому задача человека должна заключаться не в разрушении этой красоты и уникальности, а в ее сохранении и в наши дни в ее восстановлении. На этом у меня все. До новых встреч!